Анонс и точная дата выхода нового 16-серийного сериала «Мавки». Премьера нового сериала стартует с 23 ноября на телеканале «Украина». Серии будут выходить по 2 в день. Действие мелодраматического сериала происходит в небольшом провинциальном городке под названием «Мавки». Сюда на обязательную стажировку по распределению отправлена в местное управление полиции юная практикантка Кира Задорожная. Для руководителя отделения Олега Кравченко было удивлением увидеть в списке своих подчиненных гламурную красавицу из явно состоятельного семейства, что могло наследницу богатого состояния заставить приехать из шумной и перспективной столицы в эту по ее меркам глушь. Ведь скорее всего родители могли устроить доченьку и в более продвинутое место, где есть возможность стремительного карьерного роста. Аналитический ум Олега мог до бесконечности рисовать самые разные предположения, но то, что его новая подчиненная скрывает какую-то тайну, это однозначно. Других версий ее появления тут у него просто нет. А еще он получает информацию, что с интригой Задорожной каким-то образом связан некий влиятельный чиновник из Мавки, известный богач, меценат Виктор Шинкар. Кравченко принимает ожидающую позицию до благоприятного момента, чтобы наконец получить все ответы на интересующие его вопросы. Напомним, премьера нового сериала стартует с 23 ноября на телеканале «Украина». Если вам нравятся новые сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.